Ой, что-то я не поняла. Всем доброе утро. Кошкам купила. Ходила в магазин. Мои телепутики. Сейчас окрошку делаю. Картошка варится. Купила, как всегда, кошкам. Ой, улетела. Ой. Погода вообще теплая. Раз, раз. А то обратно отключится. Купила. Сейчас сделаю на квасе окрошечном. Колбасы, яйца, молоко. Это с кофе, огурцы, майонез. А что еще, я не помню. Сейчас я сделаю. И кошечкам взяла. Раз, раз, раз. Погода вообще шикарная. Это отпадает уже. Это груша, груша. А это вишня цветет. Спелая вишня. Ой. Что-то видела, кошек и нету. Ну а что, ребят, мне Газпром помогает, высылает деньги. Я тоже покупаю. 200 грамм, это ничего. 200-300 грамм для кошек, ничего страшного. Хуй их знает, где они. Видела, вон там лазили. Лазили мандаушки. Ой, гляньте, это черемуха. Ребят, ну тепло на улице. Тепло. Сейчас окрошечки сделаю. Нету кошек. А я их видела в окно, там бегали они. Я сегодня обратно, ребят, встала в час ночи. И вчера в час ночи, и сегодня в час ночи. Какой-то тревожный прям. В 5 утру заснула. Ой, вообще. Я такая непонятна, прям в голове у меня что. Как не выспавшись. Не знаю, ничего нету. Попозже пойду схожу, там новый магазин открыли. Цветочки, ну, домашние посмотрю. Прогуляюсь. Ну, давайте, ладно. Раз, раз, раз. Раз, мои телепузики, слышно меня? Зури, 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 как это кино было. Давайте телепузики.